Дорогие мои дети, итак, вы окончили нашу школу и вступаете в жизнь. Я не знаю, была ли наша школа хорошей или плохой. Наша школа учила вас ценить человека, уважать его разум, его вековую культуру. Она учила вас, что самое ценное из всех земных богатств – это человек. Под каким бы небом он ни жил, на каком бы языке он ни говорил, какого бы цвета ни была его кожа.